Дорогие друзья, речь пойдет о решении вопроса неисполненных обязательств перед детьми-сиротами. Мы с вами обсуждали эту проблему. 5066 детей стоят в очереди уже на получение жилья. Более 2000 выиграли суды и должны быть предоставлены квартиры в соответствии с федеральным законом. Однако очередь настолько большая в области, что, учитывая недостаток денежных средств, решить эту проблему в течение короткого времени невозможно. Поэтому мы предложили вариант, который позволяет это сделать. Причем не за 13, не за 15 лет, как будет, если идти обычным путем и решать эту задачу в рамках тех ресурсов, которые имеются в наличии. А можно решить вопрос за 3 года, если мы начнем выделять в этом году 1500 квартир, на будущий год уже 2000 квартир, и остаток через год закроем очереди с тем, чтобы в течение вот этих 3 лет дети-сироты, которые стоят на протяжении 10-13 лет, были обеспечены жильем. Сейчас я могу сказать о том, что мы не только нашли решение и проработали подходы, но и денежные средства, первые из них 225 за счет привлеченных источников, найдены. Средства вступили в распоряжение правительства Саратовской области, они окрашены, целевые. И сегодня решение принято за счет средств федерального бюджета 350 миллионов направить на эти же цели, также целевые ресурсы. В сумме у нас получается на решение вопроса в текущем году 1 700 000 000. Это позволит приобрести 1536 квартир для детей-сирот. И мы фактически на треть закроем с вами очередь. Но важно сейчас, чтобы это жилье было высокого качества, чтобы не было квартир с отсутствующими окнами, а такое было, чтобы не было шатающих стен в панельных домах. Нам важно, чтобы квартиры подбирались в домах, где есть все. Но и, конечно, чтобы дети-сироты заранее знали, где предоставляется это жилье, какие они стоят по очереди.